сцену выходит руководитель хореографической студии «Подсолнухи» Клюшева Юлия Николаевна. И у нас есть для этого повод. У нас готовы благодарности. Ну, год волонтера, в общем-то сказать, приурочить к этому году. И вообще, хочется сказать спасибо этим людям за участие в организации Центра творческой подготовки поколения, за помощь в реализации проектов «Молодежь движения поколения», за поддержку здорового образа жизни, за самоотверженность и создание благоприятных условий для развития творчества наших участников. Награждается благодарностью Асташина Ольга Владимировна. Огромное здоровье, нервы, силы. Поэтому большое